Китайский фрегат «Янчен» прибыл в кипрский порт Лимассол, где судно с ликованием встретили живущие на Кипре китайцы. Отсюда лишь 250 километров до сирийского порта Латакия, где хранятся контейнеры с сирийским химическим оружием. Посылая свой корабль в Сирию, Китай сигнализирует о готовности сотрудничать с международным сообществом в решении сирийского вопроса. Китай поддерживает усилия международного сообщества в уничтожении сирийского химического оружия. Мы прибыли к берегам Кипра, чтобы принять участие в этой международной операции. Китайский фрегат будет сопровождать норвежско-датские корабли в Сирию, где на их борт будут погружены контейнеры с отравляющими веществами. В операции также принимает участие специальное американское судно, которое в данный момент пока еще находится в порту Плимут на восточном побережье США. На борту корабля находится оборудование для утилизации химического оружия, в частности иприта и зарина. На переднем плане вы видите резервуар, в который будут поступать химически отравляющие вещества. Непосредственно за резервуаром находится еще одна емкость, в которой и будет происходить процесс их утилизации. Эта акция по обезвреживанию химоружия будет проходить в Средиземном море. Точное местонахождение засекречено. Транспортировка контейнеров международным конвоем может занять много времени. Власти Кипра сообщили, что операция может начаться в любой момент.